Дорогие братья и сестры, и все пришедшие на это место, мир вам! Да благословит Господь и наполнит сегодня Духом Своим Святым каждое сердце, жаждущее, потому что мы сегодня пред величием Божьим стоим и пришли на это место по великой милости Божией. Слава Богу нашему! Я не хочу остаться в долгу, я только, можно сказать, вот вчера поздно вечером прилетел из Дублина, и всю неделю от субботы до субботы был, как говорят, от звонка до звонка, там в церкви. Вот. Пришлось немало там и в собрании побывать, и даже в вечере поучаствовать, и в труде. И так что они там, знаете, мало того, что время на 2 часа, оно у них позже, да они еще так это в усердии не ослабевают, и бывает держат и до, по-нашему, в 6 часов, и в 4 часа. Так что эту ночь я уже так, уже почти перестроившись на их, только под утро уснул. Но слава Богу, хочу передать от всех их, вам искренне христианское приветствие. Там вся церковь передавала приветствие, в том числе и отдельно наши братья, брат Олег Загреков передавал приветствие с семьей, брат Борис Орлаускас тоже с Олесей приветствие передавал, Саша. Такой Саша высокий, он приезжал, Страстася знает, с Альгисом тоже вам приветствие всем. И всем нам, от многих приветствие, от тех, которые познали Господа, там церковь молодая. Слава Богу! Мы сейчас здесь, поэтому настроим наши сердца на то, что, знаете, выслушать то и принять от Господа, что Господь хочет тебе и мне сегодняшний день сказать. Поэтому... Я всегда вспоминаю, знаете, иногда почему-то в моей памяти, вот иногда мы говорим, что через глаза мы получаем очень много информации, правда же? Наши глаза – это тоже то, что, знаете, мы ощущаем, то, что мы воспринимаем много. Просто я вспоминаю один такой, ну, как бы фильм христианский, когда человек с какого-то века попал в 21 век, да, и он попал на собрание, и он так ободрился, так, знаете, он ободрился, так Слово Божие будет слушать, знаете, вот. И он сильно был удивлен, что он услышал там. Но мы сегодня ободримся, чтобы выслушать Слово Божье, каково оно и есть. Я прочитаю 2 стиха из Библии, книги Священного Писания, которые Бог нам оставил, дорогие друзья. И я еще раз убеждаюсь, даже с этой поездки, мне немало приходилось и на русском, и на польском языке говорить там, да, потому что есть там семьи поляков, польские семьи. Иногда где-то смотрим, один язык дополняет другой, более глубже. Как это прекрасно, знаете, что мы можем все вместе, дружно. И я другой раз, вы уж простите, может быть, меня, но я хвалюсь нашей церковью. Вернее, Господней церковью хвалюсь. И говорит, вот у нас церковь, она как мы предвкушаем того небесного. Говорит, с всякого народа, языка и колена здесь мы все вместе стараемся за Господом идти. Слава Богу нашему. Вот. И поэтому, ну, как-то и стараемся, правда, с Божьей помощью. И всякие преграды, Господи, ты убери. Поэтому я верю, что сегодня Господь, который дал тебе и мне жизнь, как Слово Божие говорит, что Он соткал в утробе матери, тебя и меня. И другой раз я удивляюсь силе Божией, могуществу Божьему, потому что Он создал тебя и меня на образ и подобие свое. Правда же? Как мы, знаете, с одной стороны, велико это от Господа получить. Мало того, мы познали Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и жизнь вечную от Него приняли. Слава Богу! Поэтому, если приняли мы эту сию вечную жизнь, то наши сердца наполнены той радостью, правда же? Потому что так много вокруг нас людей, знаете, жалко этих людей, которые не принимают Слово Божие, не принимают Господа Иисуса Христа, или говорят, что достаточно чего, веруют просто в сердце и все. Нет, это недостаточно. Больше и больше. Писание говорит, с каждым днем будем делать все тверже и тверже наше звание и избрание. Не так ли? С каждым днем. А сегодня имеем мы воскресный день, и не так-то часто нам приходится встречаться, но Слово Божие говорит «с каждым днем». Итак, читаю 2 места Священного Писания. И это книга Иеремии, пророка,
С 9 глава 2 стиха, 23-24, я думаю, что вы многие знаете это место. Но так пусть Господь опять ободрит нас и утешит, и направит. Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь. Это, дорогие друзья, сегодня не Чеслов говорит, а Господь говорит. Аминь. И вот чем мы должны хвалиться? Да не хвалиться тем этим временным, да, можно сказать, ни мудрой, ни мудростью, ни богатством, ни силою, что люди стараются преуспевать в этом мире, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь. Разумеет и знает Меня, что Я Господь. Да поможет сегодняшний день, в течение этого богослужения, где будет Господь говорить тебе и мне, мы более и более познавали нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. А Он любящий Бог. Как вот здесь написано, что Он творящий милость, суд и правду на земле. Но вначале милость, суд и правду на земле. Слава Богу нашему! Да творит Он это и сегодня, и до пришествия Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. А нам пребывать в этой благодати, познавать более и более Его во всей славе и могуществе и силе. Аминь. Преклоним колени наши, обратимся к Нему. Ава Отче, Господь наш и Творец, Ты Бог всей вселенной, Боже, аллилуйя, слава Тебе. Господи, Ты, Боже, сотворил видимое и невидимое, Боже. И мы на них, Господь, каждый пред Тобою на этом месте, Господи. Ты даровал нам силы и ноги, Господь Божий Иисус, прийти на это место, Боже, слава Тебе. Ты еще продлил на один день жизнь нашу, Господи. Слава и благодарение и поклонение, аллилуйя, ибо Ты Бог всемогущий. Мы к Тебе ныне обращаемся, Боже, аллилуйя, и просим, Господи, пребудь ныне с нами и благослови нас, Боже, соединяй нас воедино, Господь, в этой молитве, Боже, в этом служении, благослови от начала и до конца, Господь, аллилуйя. И вот Ты знаешь, Господь, Боже, каждое слово, которое сегодня будут изрекать братья, Господь, Ты знаешь все эти, Господи, псалмы, которые молодежь готовила для того, чтобы нам воспеть имени Твоему и поклониться Тебе. Воистине, в духе и истине, Господи. И все на этом месте да будет во славу имени Твоего. А наши сердца да будут открыты пред Тобою, Господи. Нам ощущать близость Твою, милость, аллилуйя. О, и любовь каждого, каждый, что ощутил на себе от Тебя. Эту безграничную любовь, Бог наш, аллилуйя. Может, мы какие-то трудности преодолели, Боже. Может, у кого-то есть, Господь, вторая половина, Господь, которая противится здравому учению Господа нашего Иисуса Христа. Но мы молим Тебя, Господь, дай нам сердце иметь открытое и свободное, Боже. А Ты наполняй это сердце, наполняй Духом Святым, наполняй Словом, наполняй благодатью, наполняй силою, Господи, аллилуйя. Пусть каждый из нас, Боже, пребудет ныне, Боже, пред Тобою и получит то необходимое, Господь, по жажде своей, по стремлению своему, по упованию на Тебя, аллилуйя, слава Тебе. Боже, я благодарю Тебя, Господь, что Ты слышащий Бог, Ты любящий Бог, Ты живой Бог, Господи. Ты, как говорил, Господь, через Слово Твое вчера и сегодня, Иисус наш и Господь, и вчера и сегодня, и вовеки Он тот же. Господи, что миловать, прощать, заботиться, наполнять, утешать, перевязывать раны, Господь, аллилуйя. И даже если этот мир будет отвергать нас, мы знаем, что Ты никогда нас не отвергнешь, Господь, потому что сердце Твое таково, что даже отвергнутого Ты желаешь не отвергнуть, Господи, а восстановить.
даже отверженного, Господь. Аллилуйя, слава Тебе. И так ныне, Господь, в Твои руки мы предаем, Господи, свои сердца. И просим Тебя, Господь, Ты наполняй, Господь, аллилуйя, и веди нас так, что мы были способны, когда уйдем с этого места, мы были способны нести свет Твой, благоухание, Господь Твое, Боже, распространять на всяком месте. И, Господь Боже, что Ты делал так, что люди, они сами шли к Тебе, Господи, потому что подчас мы не знаем, Господи, кому еще сказать, кто бы еще принял Слово Твое, кто бы еще утешился бы Тобою, Господи. Так много и много всяких соблазнов в этом мире, но Ты тот, который, Господь, есть путь и истина и жизнь. И никто не может прийти к Отцу, как только через Тебя, Боже. Аллилуйя. Ты знаешь, Господь Божий, как много еще этих душ, которые блуждают в этом мире, как овцы, не имеющие пастыря. А Ты есть пастырь добрый, Господи. О, Боже, позаботься о этих людях, Боже. Мы просим, умоляем. И дай нам в свою очередь тоже, Господь, представить себя как сосуды Твои, которые бы Ты наполнял, Ты бы вел, Боже, Ты бы пользовался бы этими сосудами во славу имени Твоего. Бог наш, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хвала Тебе, Иисус. Арбита Санта, аллилуйя, ибо хочу народ вести, аллилуйя, так, как я хочу, исполнять волю мою, говорит Господь, а не свою, аллилуйя, арбита си прощащим даю, говорит Господь, аллилуйя, и кто зывает, прикажу на помощь, говорит Господь, аллилуйя, и если народ примет усилие, аллилуйя, арбита Санта, аллилуйя, освобожу, ибо великая борьба, сатана не спит, говорит Господь, аллилуйя, и придет победа, если народ примет усилия, говорит Господь, аллилуйя, и будет верный мне и постоянный. Если я сказал, так я исполню, говорит Господь, аллилуйя, и хочу народ благословить каждого. Нету ни маленьких, ни больших, говорит Господь, аллилуйя, арбита Санта, аллилуйя. Так говорю, если любите меня, да возлюбите и каждого, аллилуйя, благословляйте, прибудьте, арбита, поддержите ослабевших, аллилуйя. Молите за арбита Санта, аллилуйя, обижающих вас, говорит Господь, аллилуйя. Ибо сколько народа арбита Санта, аллилуйя, который в миру блуждает ямок, поднимает руки и хочет, чтобы кто-нибудь подал им руку, аллилуйя. Арбита, а если не мой народ, говорит Господь, кто подаст? Кто их вытащит из этой болоты, говорит Господь, аллилуйя. Так будьте верны, постоянны, арбита Санта, аллилуйя. Смотрите на себя, не смотрите, как себе лучше, а смотрите, как послужить другим, аллилуйя, который блуждает, который запутан, аллилуйя, который не может выйти с этой болоты, аллилуйя, арбитр. А я укажу, если будете просить, аллилуйя, получите ответы и поведу вас там, говорит Господь, где я хочу и я где усмотрел, ибо я Бог, говорит Господь, аллилуйя. Амин, 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 арбитр. Славим мы Тебя, Господь, и величаем Боже, и превозносим, Господи, Ты сегодня Бог живой, Ты глаголющий, Боже, дай нам быть внимательным к Слову Твоему, Господи, который Ты изрекаешь, Господь Боже, и как Ты ведешь, и как Ты наполняешь, Боже, и как Ты созидаешь, Боже, о Господи, мы воистину хотим быть послушными Тебе и воле Твоей, Господи, потому что воистину так много вокруг нас, Господи, много тех людей, которые идут не в том направлении, Боже, а, Господи, Ты дал нам путь, Ты дал нам Слово Твое, Господи, дай нам разуметь это, Боже, и позаботиться о том, что и другие могли услышать и принять, Господь, эту благодать на благодать, Боже. Поэтому мы себя Тебе отдаем, Господи, по Твоему водительству Духа Твоего Святого, а Ты наполняй, Ты веди, Ты, Господь, соделай по воле Твоей. Тебе хвала да будет Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Еще встанем на наши ноги, прославим нашего Господа пением.
всякий жаждущий и тебе с источника. Облеки нас, Господь, Твоей благостью, Божий сил, и наше упование на Тебя. Мы нуждаемся в Твоей благодати, мы нуждаемся в Твоей милости каждый день. Господь, приди, наполни нас, сосуды Твои, Господи, Божий сил, очисти, освети, омой, укрепи, Господь, даруй пройти, Господь, все и устоять. Ибо вера, Господь, она нужна, Господь, Тебе, Божий сил, наша вера, наше упование, Господь, облеки нас в любовь Твою. Мы славим Тебя, Господь. Аллилуйя, Бога нашего. Хвала. Я ж кокита, Дево королистес, ир йо тейси бе.
mums pridėta. Прославляет вся земля, Тебя прославляет небеса, Господь. Тебе поклоняются все народы, Господи. И пред Тобою преклонится всякое колено и исповедует, что Иисус Господь, слава Тебе, Господи. Ты облекаешь нас, Господь. Ты наполняешь сердца нашей любовью, Господи. Мы стремимся к Тебе, Господь. И Ты проложил путь, Господь, к Отцу. Слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя за Твое спасение, за милости Твои. Аллилуйя Богу нашему. Хвала во веки. Thank you.
Тебе, свет миру, Господь, и Ты свет свой пролил в наши сердца. Ты изгоняешь всякую тьму, Господь, Ты наполняешь благостью и милостью. Твоя, Господь, любовь, она течет, она никогда не перестает. Господи, и Ты через свою любовь, Господь, делаешь нас, Господь, все больше и больше похожими на Тебя. Тебе слава и хвала, Бог Святой. Бог Святой, Господь, ей гряди, Господи, мы все ожидаем Тебя, Господь, приготовь Твою невесту, приготовь, Господь, чтобы мы сохранили те одежды, которые Ты нам дал, без всякого порока, Господь. Помоги, Господь, изгнать этих врагов, Господь, с этой земли, которую Ты дал, которая является телом нашим, ибо тело наше – храм Святого Духа, Господи. Помоги, Господь, во всем быть похожим на Тебя, иметь те же чувствования. Слава Тебе, Господи. Thank you.
Града, Господь, Ты щит мой, Господь, и все упование мое на Тебя. Ты сказал, возлюбившего меня, я облеку благостью и милостью. Он будет силен, он все пройдет. Господь, мы сами, как трава, сегодня цветем, а завтра засыхаем. И от дуновения Твоего мы падаем, Господи. Но Ты даешь силу, Господь. Ты наполняешь, Господь, вот эти сосуды, хрупкие, немощные, Ты наполняешь своей силой, и мы все преодолеваем. Нашим Господом, Тебе слава и хвала. Бог Святой, аллилуйя Тебе, слава Тебе. Только в Тебе мы укрываемся. Хвала Тебе. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Sveikinus pamiltieji, Jėzus Kristus meilė. Halleluja. Priesiu vas užliublinai, liubov Jėzusą Kristą. Slavo Bogu, halleluja. Šiandien Dievas palėtė mane kalbėti jums Dievo žodį ir noriu kalbėti apie laisvę. Į būtent į tokią laisvę, kurią pakvietė mus Jėzus ir palėtė ją, kad mes būtume jėje. Tik tais prieš tai aš noriu pakalbėti, papasakoti jums vieną istoriją, vieną nuostabią istoriją. Aš labai jaudinuosi šiandien pirmą kartą čia pamokslauju ir kiekvieną kartą, kai paliečia Dievo žodis ir kiekvieną kartą, kai pats jį palieti, tai labai jaudina. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Aš noriu papasakoti vieną istoriją apie žmogų, kuris pakliuvo į kalėjimą. Tai buvo ta istorija, įvyko Amerikoje. Aš mačiau, viešėdamas pas savo tėvus, kartą mes prisėdom prie televizorius ir per vieną kanalą, berods Discovery, tai buvo. Ir per jį buvo papasakoti vieną istoriją, kaip žmogus papuolė į labai griežtą kalėjimą. Labai griežto režimo kalėjimą, į kurį papuldavo tik tai patys baisiausi nusikaltėliai. Recidivistai, žmogžudžiai ir taip toliau. Ir štai ta istorija buvo apie žmogų, kuris ten kalėdamas prasižengė kalėjimo taisyklėms. Ir jis buvo patalpintas į vienutę. Ten parodė tą vienutę, tai buvo labai mažiukas kambariukas be langų, kurioje tilpo tik tai lovo ir maža spintelė. Ir tokioj aplinkoj žmogų patalpindavo keliems mėnesiams ir netgi ilgiau, kad jis persiauklėtų. Ir vienintelis dalykas, kas buvo leidžiama tame kalėjime, tai skaityti knygas. Tame kalėjime buvo biblioteka ir ten duodavo skaityti knygas. Ir štai vieną kartą tam žmogui rankas papliuvo Bibliją ir jis ėmė ją skaityti. Anksčiau jis niekada nežinojo apie tai. Jis, žinoma, girdėjo apie Dievą, visi, daugelis žmonių apie jį girdėjo, bet daugelis jo nepažino, taip kaip Dievas nori, kad jis būtų pažintas. Ir štai jisai ėmė skaityti Bibliją. Ir Dievo žodis taip palietė jį, kad jis per tuos keletą mėnesių pasikeitė. Ir štai po kiek tai laiko jį vėl grąžino į bendrą kamerą, kartu su savo buvusiais dabar jau sėbrais, kurie ten keikėsi, darė kažkokius negalius dalykus, ir jis suprato, kad jis jau pasikeitęs, jis negali būti toje aplinkoje. Ir štai atsitiko labai keistas dalykas. Jis labai nustebino kalėjimo administraciją. Jis, tas žmogus, pasiprašė atgal į vienutę. To nebuvo dar kalėjimo istorijoje. Tai labai nustebino. Jis suprato, kad jau nebegali būti kartu su jais, jisai jau kitoks. Tie jo draugai buvę dabar jau jie maišo jam. Jis prisiminė matyt tas minutės, per kurias Dievas palietė juos, palietė per Dievo žodį. Ir jis norėjo vėl į tą vienutę, kur pergyveno tą palietimą. Aš nežinau, kuo baigėsi to žmogaus istorija. Toliau jau nutrūksta tas pasakojimas, bet tai buvo nuostabu, kai Dievas paliečia per savo žodį mus ir ima keisti. Ir viena iš tokių sričių, kurioje jisai mus pakeičia, tai yra laisvė. Jis išlaisvino mus neša tą laisvę. Ir aš noriu paskaityti jums iš Jono Evangelijos 8 skyriaus 31 eilutės ir žemiau, kaip kalbėjo Jėzus žmonėms, kurie buvo sukaustyti įstatymo, įtikėjusiems jį žydams, jis kalbėjo: jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jie atsakė: mes esame Abraomo palikuonis ir niekada niekam nevergavome. Kaipgi tu sakai, tapsite laisvi? Jėzus jiems tarė: iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Bet vergas nemžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams. Tad jei sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Jei sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Haleliuja. Kai Jėzus išlaisvino iš įstatymo gniaužtų pirmosius judėjus, tai buvo pirmosios apaštalų bažnyčios, ta laisvė taip išsiveržė, kad į tas bažnyčias ateidavo slapčia pasižiūrėti tos laisvės. Jis liūkindavo, kaip parašyta, pasižiūrėti tos laisvės, kas ten darosi.
Tai buvo matyti proveržis kažkoks, tai kai judėjai, pirmieji tikėjai judėjai pajausti tą laisvę, kuri gniuždė juos per įstatymą. Kurią jie gavo iš Jėzaus Kristaus. Ir kaip Jėzus išlaisvina iš įstatymo. Štai aš paskaitysiu iš Laiško Galatams 5 skyriaus, kuriame mes skaitome: Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Kaip Jėzus tai padaro, kaip jisai išlaisvina. Mes skaitome, kad visą įstatymą Jėzus sutalpino į labai paprastą dalyką. Visą įstatymą ir visus pranašus jis sutalpina į vieną vienintelę savo sandorą arba įsakymą. Pamilk savo artimą kaip save patį. Pamilk savo artimą kaip savo patį. Aleliuja. Jis tarsi uždengia įstatymą, pakeisdamas jį savo sandorą, naująją sandorą, meilės sandorą. Ir būtent meilė, aš įsitikinu, neša tą laisvę, kuri tuo metu išlaisvino judėjus iš įstatymo. Pakeisdama tą. Aš nesakau, kad mes tarkime, nesilaikom 10 Dievo įsakymų, kuriuos Dievas davė per Mozę. Žinoma, mes negeidžiame svetimų žmonos ir taip toliau, taip toliau. Bet Jėzus Kristus tarsi norėjo pasakyti, kad nedarykite to. Ne todėl, kad jūs bijote įstatymą, ne iš baimės, bet todėl, kad jūs mylite mane. Jis tarsi pakelė į įstatymą į visiškai naują lygmenį, į meilės lygmenį. Ir žmonėms, kurie kankinasi nuodėmėje, negali jos palikti, vėl ir vėl grįžta prie jos, tarkim, išpažįsta ją, turi tokią laikiną pergalę ir vėl grįžta prie jos. Aš galėčiau pasakyti, kad pamilkite savo viešpatį. Pamilkite. Kristus nusakė 2 kryptis meilės. Tai yra pamilk savo viešpatį, Dievą savo viešpatį, visą savo širdimi, visą savo sielą ir visų savo protų. Ir antraja, nemažiau svarbia sandorai arba įsakymu, pamilk savo artimą kaip save patį. Štai šitos 2 kryptis, kuriomis jis tarsi uždengė įstatymą. Tarsi norėdamas pasakyti, nedarykite blogų darbų, nedarykite nuodėmės, todėl, kad jūs mane mylite. Ir žmonėms, kuriems labai sunku išsilaisvinti iš to, iš kažkokios nuodėmės, prie kurios jūs vėl ir vėl grįžtate, ir jūs kankinatės tame, pamilkite savo viešpatį. Ir kuo daugiau jūs jį mylėsite, tuo labiau jūs nekęsite nuodėmės, tuo labiau jums nesinorės daryti tos nuodėmės. Pamilkite savo viešpatį. Jeigu jūs žinote, tai 10 Dievo įsakymų jie tarsi skirstomi. Pirmieji 5, jie yra nukreipti, tai yra nuodėmė prieš Dievą. Ir kiti 5, tai yra nuodėmė prieš žmogų. Ir Jėzus tarytum tuos 2 vektorius, 2 kryptis meilės, uždengia įstatymą. Tai irgi 2 kryptis meilės, kurios yra nukreiptos prieš Dievą, vienoji iš jų, kita prieš artimą. Prieš artimą. Pamilkite artimą kaip save patį. Kada mes mylėsime kaip save patį, mes negalėsime, mesgi nenodumiaujamės prieš save patį, nekeliam rankos ir neskriaudžiam save patys. Tuomet, kai mes mylėsime artimą kaip save patį, mes negalėsime daryti nuodėmės prieš savo artimą. Mes to nenorėsime, nes mes jį mylėsime. Ir kuo daugiau mes jį mylėsime, tuo labiau mes nenorėsime kažkaip įskaudinti tą žmogų. Kažkaip jį pažeminti. Aleliuja.
Kas dar išlaisvina, kas dar neša laisvę savyje, tai Dievo žodis, nes per jį Dievas išreiškė save ir sutapatino žodį su savim pačiu. Nes parašyta ir Dievas, ir žodis buvo Dievas. Ir Dievas save sutapatino su šiuo žodžiu. Ir norim, jeigu mes norime jį pažinti, būkime žodėje, kiekvieną dieną pribūkime tame žodėje, kad mes auktumėm, nes augimas tai yra judėjimas. Tame judėjime Dievas tarsi parodė laisvę. Iš vėrų į vėrų, iš sylų į sylų, iš tikėjimo į tikėjimą, iš jėgos į jėgą. Tai ne kas kita kaip judėjimas. Jeigu mes pribūdame šiame judėjime, mes esame laisvi. Šis judėjimas neša laisvę. Jis išlaisvina mus. Iš daug ko, kas mums trukdo pažinti Jėzų. Aleliuja. Aš noriu perskaityti jums dar vieną nuostabią vietą. Tai bus antras korintiečiams. Trečias skyrius, 17 eilutė. To aš surasiu, atsiprašau. Viešpats yra dvasia, o kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Gaspodis duch, agde duch gaspodin, tam svoboda. Halleluja. Duch Svetoji jubliajasi nasitelėme tai svobodai. Aš palenginau darbą mūsų vertėjams. Halleluja. Šventoji dvasia iš tiesų yra laisvės nešėja. Pribūkite joje. Būkite jos vedami. Jinai joje nėra stagnacijos, ten parašyta. Į du gaspodinas Ilsan atvadojo, tai yra jis judėjo virš vandens, jis toks pats ir šiandien šventoji dvasia, jinai juda, jinai nestojo vietoje, joje nėra stagnacijos, būkite jos vedimi, jinai jūs ves Dievo žodžiu, nes be jos Dievo žodis yra miręs. Pribūkite šiame vedime, pribūdami Dievo žodį ir Šventoji dvasia prisijunginės prie jūsų, ves jūs, augins jūs iš tikėjimo į tikėjimą ir jūs būsite tame judėjime. Judėjime, būtent judėjime yra laisvė. Kiekvieną dieną judėkite kartu su šventaja dvasia, augdami į Dievo pažinime ir Dievo žodį. Aleliuja, aleliuja. Kodėl dėl šventoji dvasia yra laisvės skleidėja? Nes jis sklinda iš Jėzaus. Ji išeina iš Jėzaus, kaip Jėzus yra ir pasakęs, iš manęs išeis ir jums paskelbs. Ir jis skelbė, jį šventoji dvasia skelbė mums, atverdama Dievo žodį apie tą laisvę, į kurią mes visi pašaukti. Haleliuja. Tai didžiausia laisvė, kurią mes turime Jėzuje, tai yra laisvė nuo nuodėmės. Laisvė nuo nedimės. Aš manau, tai nuo to reikia pradėti praktiškai. Mes esame laisvi. Pažinę Jėzų ir jo meilę mes išsilaisvinom iš nuodėmės. Mes jau nebesame nuodėmės vargais. Aleliuja. Štai perskaitysiu jums Jono Evangeliją 16 skyrių nuo 13 eilutės. Kai ateis toji tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką tėvas turi, yra ir mano.
Todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano ir jums tai paskelbs. Hallelujah. Kai ateis toji tiesoji, tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Hallelujah. Jis kelbė mums apie tą laisvę, prie kurios mes galim prisiliesti, pribūti kiekvieną dieną. Hallelujah. Hallelujah. Aš atsimenu, kaip mano jaunystėje buvo, mes visi su draugais eidavom maudytis prie tokių ežerų, gražių, reiškiasi. Ten buvo puikūs smėlėti pliažai. Ir per daug metų, per 10, 20, 30 metų, aš matydavau, kaip tie ežerai užsitraukdavo, staiga tapdavo tokiomis smirdančiomis pelkėmis. Tik tai todėl, kad juose išdžiūdavo įtekantis ir ištekantis upeliai. Prapuldavo tas gyvas vanduo, judantis vanduo. Ir vanduo užsistovėdavo ir tas ežeras jisai užžagdavo. Užžagdavo, tapdavo tokia pelkė, kurioje jau nebegalima buvo maudytis ir netgi paimti vandens kažkokiam tai reikmėms. Jis tapdavo jau niekam tikęs, smirdantis. Tai va ta šventoji dvasia jį tai paliečia, kad ji, hallelujah, jį paliečia ir vedamus, įkviečiamus, hallelujah, kad mes būtumėm tame judėjime, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kad mes neužaktumėm taip, kaip užako tas ežeras. Pribūkite, būkite vedami, leiskite jūs vesti šventai dvasiai. Jinai nori to. Jinai to siekia. Dažniausiai mes jai to neleidžiame padaryti. Problema ne Dieve, ne pačiame viešpatyje, ne šventojo dvasioje, o tik tai mumise. Dažniausiai mes patys pastatome kažkokias tai užkardas ir neleidžiame šventai dvasiai vesti mus, prisiliesti prie mūsų. Kur, jinai, kur mes bebūtumėm, kad jinai vestų mus. Hallelujah. Viename iš septynių siuntimų Dievo bažnyčioms, tai per Joną buvo duotas apreiškimas. Ir vienai bažnyčiai, tai turbūt pats greičiausias buvo toks siuntimas, tai yra Laodikėjos bažnyčiai. Ir jai Dievas pasakė, kad tu esi turtingas ir pralobęs ir nieko nebestokoji. Ir jau nieko nebestokoji. Jie pasakė patys sau, kad aš esu turtingas, pralobęs ir nieko nebestokoju. Aš jau turiu tiek, kiek man reikia. Aš jau pažinau tiek, kiek noriu pažinti iš Dievo žodžio ir taip toliau. Jie sustojo. Ir kai sustoja, jie tarsi pakliuvo į tą šiltąją būseną, kurios Dievas nekenčia. Jis sako, o jeigu tu būtum karštas arba šaltas, bet tu šiltas ir aš tave išspjausiu iš savo lūpų, iš savo žodžio. Tai yra, atkirsiu tave nuo savo žodžio, kuriame jisai išreiškė save, sutapatino su savimi. Tai yra labai baisu. Todėl reikia būti kiekvieną dieną tame augime, kad mes nesustotumėm, auktumėm, judėtumėm kartu su šventąja dvasia. Auktumėm jo pažinime, jo tikėjime, kuris išeina iš jo. Mes dažnai manome, kad tas tikėjimas, kuriuo mes tikime, tai yra mūsų tikėjimas, tai yra netiesa. On jest načelnik i savršitель našai viery. I iz nivo ona išchodit. Halleluja. Aleliuja. Jis yra to tikėjimo tvirėjas. Tas originalas, tas reiškia šaltinis, iš kurio išteka tikėjimas. Todėl atiduokime jam, tarsi atiduokime, pasikliaukime jo, pakluskime jam. Žinote, originalė tikėjimas, vėra, ji verčiasi dar ir turi kitą prasmę.
ji verčiasi dar ir kaip davėrija arba pasitikėjimas. Mes dažnai tikime Dievu. Tikime, kad jis yra, o ne jėsti, išiušim jį vasdajo. Sama vėra, o čia prastaja vėra. Pasitikėjimas labai, labai paprastas tikėjimas. Tai reikia tikėti, kad Dievas yra ir ieškantiems jisai atlygina. Bet ar mes pasitikim juo? Ar mes pasitikim tie, kad patikėtumėm jam savo šeimą, savo darbą, savo vaikus, save patį atiduotumėm, savo finansus, savo biznį ir taip toliau. Pasitikėkite juo ir jis jūs nenuves jūsų klystkeliais. Aleliuja. Atpuskaiti chleb svoj povodom. Paleiskite savo duoną, kurią jūs turite iš Dievo. Per vandenis. Tai yra taip pat judėjimas, niekas kita. Pribūkite tame judėjime. Pribūkite jame. Aleliuja. Šią laisvę mes turime labai branginti. Ir apie tai mums kalba apaštalas Paulius, paliestas šventosios dvasios ir vedamas jos penktame skyriuje, 13 eilutėje mes skaitome. Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvėj. Tik tai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meilė tarnauti. Mes turime labai branginti šią laisvę, labai saugoti ją, kad mes neįspalnelį buvai važdėlinį plotį, ten parašyta taip rusiškai. Nes aš visą gyvenimą savo skaičiau Bibliją rusų kalba, taip Dievas atvedė mane į rusą kalbę bažnyčią ir vienu metu man teko skaityti Dievo žodžiai iš naujo lietuviškai ir jis man dar kartą pradėjo atsivert lietuviškai dabar jau. Aleliuja. 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 Turiu dar pasakyti jums, kad visiška laisvė, pilnatvė, laisvės pilnatvė, jinai padaro mus vergais. Kaip jums patinka tokia laisvė? Kuri veda mus į vergystę. Aplinkiniam pasauliu tai būtų beprotybė turbūt. Tai yra skirtingi dalykai, du visiškai skirtingi dalykai. Laisvė ir vergystė. Bet taip yra. Taip yra. Ir Dievas mums apie tai šneka. Aš perskaitysiu jums iš laiško romiečiams, 6 skyriaus. O dabar išvaduoti iš nuodėmės ir tapę Dievo vergais, jūs turite kaip vaisių šventumą ir kaip baigti amžiną į gyvenimą. Dabar išvaduoti iš nuodėmės ir tapę Dievo vergais. Aleliuja. Apie šią vergystę Jėzus kalbėjo. Mano jungas švelnus ir mano našta lengva. Kada Dievas paliečia savo meilę, jis ta našta tampa tokia lengva, tokia švelni. Imkite šią naštą, neškite, nes Dievas ją pašaukė. Jį išlaisvins jūs. Jį taip pat neša savyje laisvę. Aleliuja. Dažnai mes neatleidžiame ir tas neatleidimas, tos nuoskaudos gniuždamus. Naikindamas bet kokią laisvę mumise. Aš žinau tai pagal save, kaip tai yra sunku. Atleisti žmogui, kuris galbūt nevertas tavo atleidimo. Bet jeigu Dievas būtų laukęs, kada žmonės būtų tapę verti jo sūnaus aukos, žemė, pasaulis nebūtų sulaukęs Jėzaus Kristaus, jis taip ir nebūtų atėjęs. Bet Dievas nelaukė, kada visi žmonės taps verti to. Jis atleido, nelaukdamas to, kada mes visi pasikeisime. Nuodomo mes visi nuodėmėje. Visi nuodėmėje. Buvome,
Aleliuja. Ir mes laisvi. Aleliuja. Ir jeigu mes norime mėgdžioti Dievui, mėgdžiokime būtent tame, atleiskime savo kaltininkams, net jeigu jie to neverti, jeigu jie to neprašo, jeigu jie net gailauja už savo kaltes ar padarytas kažkokias nuoskaudas jums, atleiskite jiems ir išsilaisvinkit. Tai taip pat mes pašaukti į šią laisvę. Nuoskaudos ir netleidimai, kai paliečia mus, eina į mūsų širdį, jie ima graužti iš vidaus ir naikina visą, kas mumyse yra. Visą dvasiškumą. Visą, kas klinda iš Dievo ir ką mes turime viešpatyje. Naikina tame. Aš žinau tai pagal save ir dėl to tai kalbu. Ir atleidimas išlaisina mus iš to. Vėl gražina mus į tą kontaktą su Dievu. Išsilaisvinkit nuo nuoskaudos. Ir jūs pažinsite tą laisvę, kurią Viešpats mums suteikia. Žinote, maldoje Tėve mūsų yra tokios eilutės. Ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Pačiuose vėliausiuose, anksčiausiuose rankraščiuose, dabar jau atsirado, reiškiasi, nauji vertimai, ten yra nedidelė klaidelė. Ir dabar mes jau skaitome iš Evangelijos, Mato Evangelijos, kad ta klaidelė yra tiesiog sumaišyti laikai. Ir dabar jau atsirado 20-ame amžiuje nauji vertimai, labiau tikslesni. Sinodinis vertimas, jisai buvo daromas 19 amžiaus viduryje ir ten yra tokių netikslumų, sakyčiau. Ir mes skaitome dabar tenais parašyta, kad, reiškia, labiau naujesniuose vertimuose ten skaitome, kad ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidome savo kaltininkams. Tai yra sumaišyti laikai. Neatleidžiame, tai yra esamosis laikas. Tai yra dar neužbaigtas procesas. Bet atleidome, tai yra jau užbaigtas procesas. Praėjęs laikas. Iš tiesų Dievas mums atleis tada, kada mes atleisime savo kaltininkams. Ir parašyta, kad jei jūs atleidžiate savo kaltininkams, tai ir dangiškas jūsų tėvas atleis jums jūsų kaltes. Aleliuja. Aš noriu pasimelsti kartu su jumis, baigdamas šį žodį. Ir padėkoti už tą laisvę, kurią mes turime viešpatie, kad jos nepamestumėm, brangintumėm ją. Aleliuja. Aleliuja, viešpatie. Aleliuja. Mes ateiname pas tave tokie, kokie mes esame, viešpatie. Aleliuja. Aleliuja. Ir dažnai mes matome save tokius netobulus, bet tu savo sūnuje matai mus tobulus ir padarėjai mus tobulus. Aleliuja. Aleliuja. Tu pašaukėjai mus į šią tobulybę, kad mes būtume laisvi. Aleliuja. Kad mes būtumėm laisvi nuo nuodėmės. Aleliuja. Aleliuja. Kad mes būtumėm laisvi nuo viso to, kas mums trukdo, nuo senojo žmogaus. Išlaisvink mus, viešpatė, kad mes pažintumėm tave ir tavo laisvę. Aleliuja. Aleliuja, viešpatė. Išlaisvink mus nuo neatleidimo. Aleliuja. Kad mes galėtumėm atleisti savo kaltininkams. Aleliuja. Kaip ir tu atleidai mums. Aleliuja. Aleliuja, viešpatė. Duok mums jėgų pažinti tavo laisvę, aleliuja, pažinti, kokia ji yra, aleliuja, pažinti tave, viešpatė, nes tu esi laisvė ir tu esi laisvės nešėjas, aleliuja, aleliuja. Dabar išsilaisvinę mes šlovinsim tave, aleliuja, aleliuja, šlovė tau, viešpatė, per amžių amžius, aleliuja, ir tebūnė tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje, šlovė tau kaip Dievui, Tėvui ir Šventai Dvasiai, amen, aleliuja. Слава Господу!
Хотелось бы сразу отпустить детей наших на воскресную школу. Давайте, может, коротко встанем, помолимся за них и отпустим. Великий Боже, слава Тебе, Господи! Благословен, Господь Иисус! Благодарим Тебя за Твое Слово, за наставление, Господи! За Твою милость и благодать, Господи! Благодарим Тебя, Господи, и за детей, Боже! Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, Господи! Благослови, Господи, детей всех! Учителей, Господи, дай Твое устройство, дабы воистину пребывать в этой свободе, Господи. Благодати Твоей, Боже мой, прославляя Тебя, хвала Тебе вечная. Славный Бог, Отец, Сын, Дух Святый. Аминь. С миром Божьим, дети, присядем, дорогие. Мир вам, приветствую всех именем Господа Иисуса Христа. Мы еще помолимся за нужды, которые здесь в этих записках, которые есть открытые, как мы говорим, я зачитаю за Йозаса и сестру Веру. Помолимся, чтобы Господь их благословил. Они здесь, сестре, она с ними разговаривала, звонили, передают, они передают церкви привет и очень желают сестра Вера когда-то быть в церкви. Помолимся за нее, чтобы Господь ее благословил, утешил, укрепил ее мужа Йозаса и весь их дом. Генерика, она просит за мужа своего, за укрепление, за благословение, чтобы им больше тянуться к Господу, больше прибегать к Господу, дал бы Господь им устройство всегда быть в собрании и любить Господа. Сестра Лиля из Павильнуса, она просит за сына Германа, тоже, чтобы Господь там дал устройство, за покаяние, во-первых, и Господь эту нужду знает. Мы воззовем к нашему Господу. Мирослав, он просит за духовное укрепление, чтобы Господь тоже его укрепил. Он нуждается, чтобы церковь помолилась. И за такую Аню он ей свидетельствовал, тоже, чтобы Господь ее коснулся, Господь ее привел к себе. Онути за исцеление, она нуждается в исцелении, чтобы Господь ее исцелил. За Валентину Курочкину тоже, она болеет, чтобы Господь ее укрепил. Она болеет, у нее очень сильные боли бывают, чтобы Господь действительно помог это перенести и приближаться к Господу. Наташа за сына Семира, тоже он просит за исцеление, чтобы Господь его касался, прибежал к себе. Едвига Парамонова тоже за исцеление, чтобы Господь ее укрепил и сохранил. Слава нашему Господу! И вот еще одна нужда. За Аделю, за утешение. Мы знаем, что ее муж отошел в вечность. Помолимся, чтобы Господь ее укрепил, Господь ее утешил. Это наша сестра Аделя. Помолимся, чтобы Господь ее сохранил и укрепил. Я прочитаю одно место, и мы помолимся, возлюбленные. Хотелось бы еще раз напомнить, сколько мы благодарим нашего Господа. Может, на наших устах есть благодарение: Господи, я Тебя благодарю, я Тебе славлю. Но сердцем раз, сердцем, от чистого сердца, от всей своей как бы вот, души. Кто и когда благодарил Господа, скажите так, от чистого сердца, искренне, положа руку на сердце, там, сам себе, благодарю я Тебя, Господи, или просто благодарю, потому что вот так Слово Божье говорит, как бы, вот присовокуплю, как, присоединю к молитве и благодарение. Но Господь напоминает, благодарите, всегда благодарите. Кто благодарит Господа, тот тем выражает: Господи, я благодарю, потому что я знаю, что Ты мне все посылаешь во благо. Это все нам во благо. И задумаемся в нашей жизни, прежде ли нежели сказать: Господи, выведи меня из этих обстоятельств, скажи: Господи, я Тебя благодарю. Я Тебя благодарю. Вот я прочитаю из 49-го псалма, с 22-й, 23-й стихи. «Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье». Возлюбленные, кто приносит в жертву хвалу, кто хвалит Господа, написано: хвалите воинства небесные, хвалите ангелы, хвалите служители, хвалите народ мой Господа, особенно те, которые крещенные Духом Святым. Возлюбленные, братья и сестры, сколько мы исполняемся Духом Святым, благодарим нашего Господа. Мы вот здесь слышали проповедь, что где Дух Господень, там свобода. И воистину тогда приходит эта свобода от этих переживаний, забот. Мы не становимся так и не говорим: Господи, все, съем последнюю лепешку, как этот пророк, и умру. Нет, перед тобой далекий еще путь, дальний путь. Благодари Господа. Как этих, мы помним, 10 прокаженных было. Только один возвратился вас благодарить. И я знаю, вот если наблюдая за собой даже, сколько Господь в жизни делает.
сделал «слава Богу» и забыл даже и поблагодарить. Это как бы само собой разумеющееся. Но вот встать и прославить Господа. Господи, я благодарю Тебя. И хотелось бы призвать к такой молитве благодарственной. Господи, я Тебя за все благодарю. Давайте мы преклоним наши сердца, наши колени, прославим нашего Господа, возблагодарим Его за все, что Он нам посылает. Слава Тебе, Господи. Аллилуйя. Слава, слава, слава Господу, слава, аллилуйя, 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 слава. О, Раминя Санта, Глория, Фатер, о, Санна, Глория, слава Тебе, Господи, благодарение, хвала и величие, честь и поклон Тебе, Господи, да светится имя Твое, да славится имя Твое, да величается Твое имя, слава, слава, слава Тебе, Господи, хвала и величие, благословен Господь. Благословен Господь, благословен Господь чуден, истинный, верный, праведный, славный Господи. Аллилуйя, аллилуйя, слава, 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 хвала, хвала Господу, благодарение, велик Господь и чуден. Прими жертву хвалы, Господи, жертву благодарения, Господи. И ныне хотим поклониться Тебе и прославить Тебя за все даяния, за церковь, за спасение, за Духа Святого, за наши семьи, за хлеб насущный, воду, за кровь над головою, за братьев и за сестер, за друзей, за спасение, за все, что Ты нам даровал, Господи. За это солнце, которое светит над нами, и небо. Слава Тебе, Господи, хвала Тебе. Або Отче, слава. Мы хотим принести эту жертву хвалы, благодарение, Господи, возблагодарить Тебя за все, ибо Ты все посылаешь ко благу, и бывает, Господи, это долина плача, но бывает и гора преображения, и не всегда так будет, Господи, аллилуйя, но Ты сказал, за все благодарите, хвала Тебе, благословен Господь Божий, и вот мы приносим жертву Тебе, Господи, прими, прими от народа Твоего, прими из наших сердец, из наших уст, в этот день, Господи, Тебе слава, Тебе хвала, Тебе благодарение, Господи, благословен Господь, благословен Господь, Господь Ассанна, аллилуйя, творящий милость и суд, аллилуйя, слава Тебе, благодарение, Господи, хвала, хвала Тебе, Господи, и Ты являешь, Господи Иисусе Ассанна, спасение, и Ты являешь эту великую милость, особенно тем, которые всегда и за все благодарны Тебе, хвала Тебе, Господи, благодарение, поклон Тебе, Господи, за все даяния в нашей жизни, слава Тебе, за милость, за благодать, Боже, прими эту хвалу, прими благодарение от народа Твоего. Слава Тебе вечная, слава, слава Тебе хвала, славный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь, аминь. Присядем, пожалуйста. Слава Богу. Ночной порой душа заснуть не может, и все в мучении, раны все соднят, и давят мысли, что не может нести тот крест, что от Христа принял. О, сколько раз, взирая на Голгофу, я вновь и вновь прощения просил, и сколько раз опять сменял дорогу и от креста спасения уходил. О, сколько лет с душой своей боролся, и сколько раз греху проигрывал войну. О, сколько за исцелением ран тянулся, и сколько возвращался в пустоту. Карабкался, к вершине добирался, неверный шаг и в бездну улетал. Собрав все свои силы, вновь пытался, но неудача, вновь опять провал. О, Господи, какое жалкое создание взывает сотни, миллионы раз к Тебе. И каждый раз даруешь понимание, и вновь Ты руку подаешь во тьме. Как жаль, что я, познав соблазны мира, и жаль, что с детства о Тебе не знал, что с малых лет научен я повадкам тигра, лишь гордость дикая смирения не знал. О, если б знали люди, как же трудно не отвечать на сладкий, нежный голосок, что все влечет, влечет ежеминутно и просит сдаться, сделал все, что смог.
Иисус всегда прощает. Я простить не в силах. Я ненавижу грех, что царствует во мне. Теперь Он царь, Он неземная сила и постепенно убивает лучшее во мне. Душа слезами ложи омывала, и раздавался громкий, тяжкий стон, и сердце хрупкое в мучении все терзало. Но в страшный час Он не один, с Ним был Христос. Он также слезы лил над этим ложем, рукою нежною Он слезы вытирал. Он прошептал: «Мой друг, ты сможешь, вернись, ведь я тебя так долго ждал. Приди, тебя прощу, тебя омою и сердце новое тебе вложу. Свою любовь тебе, мой друг, открою, и я тебя с любовью поведу. Прости себя, как я тебя прощаю, тянись ко мне, и руку я подам. Всегда с тобой, и сердце понимаю, всегда с тобой, ведь я люблю тебя. Душа, если тебе знакомы и боль потерь, и проигрыш твоей борьбы, ты ко Христу иди, иди, не медли, ведь важен ты Ему такой, как есть. Еще есть время, время благодати, Иисус ведь ждет. Спеши, лишь Он твой Бог, Он поведет, сотрет Он все печати, что делали тебя греха рабом. Аминь. Слава Богу. Слава Иисусу! Воистину, Господь касается нашего сердца. И великий Творец Бог, Его нельзя просто разумом разуметь. Писание говорит: «И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову». Ну как можно превосходящую разумение любовь Христову разуметь? Он еще возлюбил нас тогда, не просто нас, а меня, тебя, всех нас, когда мы были еще грешниками. Ну как полюбить те, которые грешники? И Он учит тому и нас, правда же? И когда Христос в нас, Он дает любить тех, которые тебя ненавидят, прощать тем, которые тебя не прощают, и так далее. Можно на это продолжить очень много. И об этом Слово Божие говорит. Слава Ему! Я благодарен Ему. Конечно, иногда мы думаем, и я когда-то так думал, я тоже так переживал, дорогие друзья, когда... Ну, можно неверующих прощать. Ну, понятно, они не понимают. А вот как верующих прощать? Казалось бы, ну, братьев своих и сестер, то ну, больше надо прощать. А вот кажется, как их прощать? Как бывает непросто? Как бывает нелегко? А я скажу: а надо? А надо? Правда же? Вот по милости Божьей, Господь, я сегодня не готовился как бы к тому, чтобы проповедовать, может быть, потому что, знаете, я все-таки в возрасте уже, за моей спиной более полвека. Можете представить, да? Вот. И я человек во плоти, плоть моя немощна, да? Но так как должен был один брат проповедовать, оказалось, его нет почему-то так, да? Пришлось мне некоторым словом поделиться. Постараюсь вкратце поделиться. То, что Господь, я тоже недавно читал это слово, Господь проговорил ко мне. И знаете, иногда бывает, я не думаю, что в жизни своей так, ну, как христианин, ну, я всегда говорю: вы должны меня любить, иначе в Царство Божие не попадете. Вот я такой. Вот. Не то, что я вас смешу, но вот я такой говорю. Иногда в сегодняшнее время проповедники, так мода такая пошла, надо тему сказать, по пунктам изложить. Я не люблю этого придерживаться. Я хочу так, как сегодня мы слышали, где Дух Господень, там свобода. Бог как-то каждого по-разному Он употребляет. Бог как-то по-разному ведет. Я не думаю, что апостол Петр в свое время стал так: братья и сестры, у меня сегодня тема такая. Ну, я не знаю, может, вы так думаете, я не так. Поэтому сегодня тоже вот... Но сегодня как раз я бы хотел бы сказать эту тему.
А сегодня хотел бы сказать, и вот я читаю Евангелие от Луки 7 главы. Вот эта 7 глава, я как-то на ней так остановился, она так мне много говорит в последнее время. Я читаю вначале такой стих, 40 стиха, вторая часть, можно сказать, где сказано так: «Симон, восклицательный знак, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Вот сегодня есть у каждого из нас сердце такое: «Господь тебе и мне», говорит сегодня Чеслов, «я имею нечто сказать тебе». А я говорю: «Говори, учитель». Правда же? О чем же он там говорил? Вот знаете, я думаю, что поэтому всякий раз, когда я стою перед вами, я часто говорю, что Господь, Он живой, Он говорит. Я верю в это. Это точно Он говорит. Он говорит, когда мы молимся, Он говорит, когда мы поем, когда мы славим, когда мы слышим Слово Божие. Он говорящий, Он говорит, слава Богу. А может, кто-то уйдет с этого собрания и скажет: «Ну, ничего не говорил». И так может быть. Если сердце же ожесточенное, закрыто, может, кому-то не говорит. Но я думаю, что Господь к сердцу нашему, да, вы слышали? Он стучит. Господи, стучи и достучись. И вот как этому Симону. Вот: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Говори, учитель». Давайте послушаем, что Господь хотел ему сказать. И вот я прочитаю эту историю как бы немножко от начала. Слава Богу, что братья повесили часы. Я сейчас хорошо вижу, тех дальних не очень. Особенно в четверг бывает плохо. Но мы справляемся с Божьей помощью. Вот с 36 стиха этой 7 главы читаю. Кстати, когда мы читаем это Слово Божие, вот брат говорил, что там про современные переводы, да я не то, что хочу, я не совсем согласен про эти современные переводы. Что касается, конечно, братьев с Польши, да, иногда у нас сходится так немножко понимание. Я говорю: «Брат, а ну, пожалуйста, открой начало своей Библии, Нового Завета. Там написано «Новый перевод». Этот новый перевод немножко современный такой, да? О чем немножко здесь я напомню. И вот, читаю с 36 стиха. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег». Когда вы будете читать польскую Библию, вы увидите о том, что сел за стол. Между прочим, ну, неважно, сел за стол, но там не сел за столом, потому что события, которые ниже мы будем читать, они говорят о том, что он не сидел за столом, а он возлег. Вот. И поэтому, знаете, здесь вот этот случай, когда некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. Это, знаете, как бы почетно так. Знаете, один фарисей послушал Сына Божия Иисуса Христа, как Он говорит, как власть имеющий, что происходит исцеление и чудеса, и сила Божия является, и он решил к себе дом угостить. Правильно? Вот, знаете, как человека уважают, приглашают. Приглашают к себе, вот, и какое-то угощение. Раз этот фарисей, какое-то такое мое представление, не знаю, ваше ли такое или нет, согласитесь со мной или нет, что это довольно человек был такой, не бедный человек был. Он мог угостить, по крайней мере, правда же? Сегодня мы все, может быть, не такие бедные, у каждого из нас есть, но чая то можно налить, правда же? Вот. Угостить как-то можно. Кто больше, иногда говорит, русский чай, как зайдешь, там и сало еще порежут. Ну и все прочее. Ну, этот человек, он был довольно состоятельный, мог угостить. И поэтому он позвал Иисуса. И что там произошло? И когда он, войдя в дом фарисея, возлег. Значит, возлег не лишь бы где, а возлег, как на польском там, за стол. Значит, он возлег там, где надо было возлежать. Там, где было угощение. Правда же? Значит, где угощение, значит, там была какая-то определенная беседа. И что произошло дальше? И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей и целовала ноги его и мазала миром. Знаете, эта женщина Иисуса, этот фарисей, позвал. Но эту женщину явно он не звал. Ну, незваный гость, можно так сказать. Не так ли?
Потому что написано, что Иисуса Он позвал. И Иисус пришел и возлег там, где должно было, там, знаете, было угощение. Не за столом, конечно, потому что это про эту женщину сказала. И вот женщина того города, написано у ней, которая была грешница. Значит, это была такая грешница, которую знали все. Мы можем догадываться, что это за женщина была, правда же? Такие женщины сегодня есть, и мужчины такие есть. Не только женщины. Вы не подумайте, иногда говорят, ну, братья там, наверное, Боже, упаси и сохрани нас от этого, что мы были какую-то, мы братья и сестры во Христе Иисусе. Не так ли? Но здесь так вот сказано, был зван Иисус, фарисей позвал его с какой-то целью, может быть, показать, что вот он тоже принимает Иисуса, он даже угостил его. Правда же, и угощение, скорее всего, там было непростое такое. Когда Иисус возлежал, то написано, вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он, Иисус, возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. Это нечто дорогое. Об этом даже когда-то проповедь была, да? Я не буду об этом говорить, и как бы целенаправленно этом, но это нечто было дорогое. Это самое дорогое, что она имела. Она имела. Может быть, последнее из ценного, что она имела. Может быть, я не знаю. Я могу предполагать. Вот. И став позади у ног его, и плачала, начала обливать ноги его и слезами, и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Но на польском языке это как бы пятый мазала миром. Так если бы он сидел за столом, я как-то сидел за столом, ну, думаю, ну, не так-то просто и подойти ко мне, если я сижу за столом, на кресле, что подойти к моим ногам, и тем более к Иисусу, да, как там залезть можно было, невозможно. Поэтому, да, он возлежал, и она подойдя, когда он возлежал, все можно это было делать, что здесь написано у ней. Почему эта женщина, она почувствовала, может быть, она слышала где-то, может, она была где-то на одном из встреч, и Слово Божие, Дух Святой коснулся, слова Иисуса коснулись ее сердца. Она почувствовала, что она почувствовала, как вы думаете? Я думаю, что она почувствовала, во-первых, что она грешница, и ей нужен Иисус. Правда же? Она грешница, ей нужен Иисус. Сегодня люди наоборот говорят, а я не грешник, я никого не убил, ничего не своровал, ничего плохого не сделал, зачем мне Бог? Так люди говорят. Но та женщина, которая встретилась с Иисусом где-то, не написано, где она встретилась, но написано о том, что и вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, она, когда услышала, что он возлежит в доме фарисея, знаете, она не постеснялась, что ее никто не звал. Она, наверное, чувствовала, что все знают, что она такая, да? И примут ее или не примут, она пошла туда. Слава Богу! Не так ли? Слава Богу, что она туда пошла. И что было дальше? Когда, став позади, не показав у всех, вот смотрите, как я. Вот я грешница, но как я каюсь, а? Как я каюсь? Она этого не показала. Она зашла сзади. Написано, сзади зашла, правда же? Подошла, чтобы никто не видел, даже Иисус. И она стала слезы свои изливать. О чем? Самосожаление, сожалеть. Виновата, Боже, я пред тобою. Недостойно называться, как этот блудный сын, правда? Недостойно называться. Недостойно. Волосами видно. Столько слез было, возлюбленных, что пришлось вытирать ноги волосами. С одной стороны, это и волосы были такие, что можно было вытирать. Вытирала, столько слез было. Значит, там было покаяние. Правда же? И даже миром мазала пяты. Слава Богу! Вот это покаяние этой женщины. Эта женщина пришла к Иисусу, она изливала свое сердце, свою душу. Господь, Какая реакция Господа на это? Господь, конечно, отреагировал. Правда же? И вот смотрите, что случилось дальше. Мы, когда мы читаем это слово, видя это, фарисей, пригласивший его, вот здесь подчеркивается, что фарисей-то пригласил, то его, ее он не приглашал. Правда же? Она не была званым гостем.
Но я думаю, что Иисус тоже хотел встречи с ней. Не только она, когда услышала, что, она, что он у фарисея возлежит, но, она то, но он тоже жаждал встречи с ней. Он знал эту душу, правда же? Он знал эту женщину. И вот, видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, если бы он был пророк. Я думаю, когда он приглашал Иисуса, он, так знаете, такой вопрос, наверное, большой имел. И вообще под сомнение все ставил. И, скорее всего, он был на той стороне. А давай я его испытаю, даже когда приглашу к себе. Но пророк ли он? Ну, хотя трудно в это поверить, наверное, скорее всего. Вот так, такое сердце этого было Симона, фарисея. Но так, что перед народом люди видели Иисуса, приглашу в дом свой. И он пригласил. И когда он увидел вот это происходившее, что это женщина, которую никто не звал, и он не звал. И тут Иисус трудно выгонять. Ну как? Она к Иисусу сразу подошла, правда же? Как тут можно ее прогонять? Хотя она и грешница. И, скорее всего, они сторонились таковых, да? Сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Слышите? Вот характеристику этой женщине и Иисусу, который дал этот фарисей. Если бы он был пророк, значит, он понял для себя, что он как бы не пророк. Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешник, грешница. Значит, ты не дал бы к себе прикоснуться грешнице или грешнику. Так определил этот фарисей. И дальше, обратившись к нему, Иисус сказал, вот эти слова, которые я прочитал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Этот фарисей уже много что подумал, правда же? И цель его была определенная. Мы можем себе так вкратце представить, да? Иисус, когда Иисус, он звал Иисуса, я думаю, что Иисус знал, потому что Слово Божие неоднократно нам говорит, он знал, что в сердце этого фарисея, правда же? Он знал, с каким сердцем фарисей его приглашает. Но Иисус знал, что и та женщина придет туда. Может быть, не фарисей он получит то, что нужно, но эта женщина точно получит. Слава Богу! Хотя этот человек посмотрел, знаете, глазами такими, ну, может быть, я немножко в конце это скажу. Но Иисус ему говорит, Симон, я имею нечто сказать тебе. Я имею нечто сказать тебе. Я думаю, что, может быть, сегодня Иисус и нам, кому-то, а может быть, и всем, нечто скажет и говорит. Нечто, немного. И когда он говорит с любовью, правда же? Он говорит нежно, подскажет. Потому что эта женщина не была какая-то иноплеменница. Она была с того города, они считали друг друга за своих, правда же? Не чужая она какая-то была. Но он на нее посмотрел и сказал, вот если бы он был пророк, то знал бы кто и какая, ибо она грешница. А Иисус говорит, Симон, Петр, Павел, Чеслав и так далее, я имею нечто сказать тебе. И он говорит, скажи, учитель, и ниже. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но так как они не имели чем заплатить, он просил обоим, скажи же, который из них более возлюбил его? Простой пример. Ну, простой детский пример. Правда же? Ну, каждый, даже ребенок ответит. И видите, я думаю, что если это так, то некоторая ситуация была похожа, как и сейчас. Люди сейчас, может быть, в общем-то, основная масса не так богатая, а нуждается в деньгах. Ну, правда же. Хотят в банках какие-то кредиты брать и так далее. Ну, банки, говорят, не дают. Сейчас в Ирландии, говорят, там тоже не очень-то дают и так далее. Некоторые трудности финансовые, да? Основная масса, так скажем, да? И вот это было понятно, что взаимодавец был некто, который мог одолжить. А другие одалживали. Один одолжил 50, а другой 500. Ни одного, ни другого. Они, когда одалживают, знаете, они говорят, все, мы вернем, подписывают договоры. Возлюбленные, не торопитесь, знаете.
совсем чем не брать, не подписывать. Это очень и очень... Вопросите Господа вначале. Вопросите Господа. Это было понятно? Значит, вот Иисус говорит такой пример этому человеку. Ну, как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Вот такой вопрос. Видишь ли ты эту женщину? Скажите, Симон видел или нет? Только что мы читали, какой он видел, какую видел он эту женщину. О, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Ибо она грешница. Он видел такими глазами. Правда же? А Иисус, обратившись к нему, говорит, Симон, имею нечто сказать тебе. И он говорит, видишь ли ты эту женщину? Правда же? С одной стороны, по-человечески Симон видел своими глазами плотскими. Правда же, что какая женщина? И кто она? Дал полную характеристику. И не только этой женщине, но и ее Господу еще, Иисусу. И видно, он как бы не пророк. Но Иисус этим вопросом, видишь ли ты эту женщину? Можно сказать, он не видел эту женщину. Он не видел той ситуации, так как в таком простом примере Сын Божий показал для него. Два должника, одного 50, а другого 500. Долго, но прощено обоим. Кто больше любит? Кому больше прощено, правда же? Я другой раз так, знаете, ловлю себя. Значит, в тюрьме не сидел, слава Богу, не сидел. Хотя понимал, был такой возраст, пришел, когда я понял, что в тюрьму очень легко попасть. Виноват, не виноват, очень легко попасть в тюрьму, даже сегодня. Вы не думаете так, что вот мы так, все с нами хорошо и так далее. Очень легко в тюрьму попасть бывает. Слава Богу, как говорит, людей не убивал и так далее. Культурный грешник. Думаю, может, я мало люблю. Господи, может, мне мало прощено. Неужели надо было что-то больше? Слава Богу, что Бог во Христе Иисусе примирил и нашел. Какого есть? Да, может быть, 50, но нужно любить. Правда же? Но нужно любить и стараться любить так, как тому, которому 500. Не так ли, возлюбленные? И он говорит, видишь ли ты эту женщину? Дальше читаем. Я пришел в дом твой, ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Аллилуйя! Слава Богу нашему! Возлюбленный Иисус говорит этому Симону, видишь ли эту женщину? Правда же? И как мы сейчас видим? Мы видим, потому что читаем, правда же? Мы видим, потому что нам Господь открыл. И иногда мы думаем, а на самом деле другой раз мы, может, где-то себя ловим на том, что мы тоже похожи, когда, как этот Симон. О! И ты бы знал, если бы ты был бы с Богом, то ты бы знал. Эта женщина печатей такая. И никто этой печати не может смыть. Но она пришла к Иисусу. Она пришла к Иисусу, возлюбленные. Она там сердце свое изливала. Она слезами ноги омыла. Возлюбленные, сегодня будет после служения этого вечеря Господня, да, через 20 минут, я как информацию. Мы сможем, те, которые члены церкви, тела Господа Иисуса Христа, участвовать в вечере Господней. У нас мы совершаем по Слову Божьему, как Иисус некогда, так и мы. Но у нас есть вода.
А там написано, что умыла слезами. Сколько-то слез надо было пролить, чтобы умыть Иисусу ноги. Возлюбленные, она не стеснялась. Она тирала своими волосами. Она помазала миром. Иисус не прогнал ее, как негодную, потому что он не фарисей, а он Сын Божий. Он иначе видел эту женщину. Он говорит: Симон, я имею нечто сказать тебе. Не этими плотскими глазами смотри на людей. Посмотри глазами Иисуса. Симон, посмотри, видишь ли ты эту женщину? Видишь ли ты? Может, ты не видишь? Когда приходим к Иисусу, Он открывает нам глаза. Слава Богу! И Он сказал: когда я пришел к тебе, ты мне воды не дал. Ты целования мне не дал. Ты елеем не помазал. Не так ли? Много... Много чего не сделал того, что даже по закону он должен был это сделать. Не так ли? Аврааму никто не сказал, что он должен был умыть ноги всем странникам, так сказать. Однако он это сделал. Правда же? А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. И последний. Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. Слава Богу нашему. Возлюбленные, я буду кончать. Много можно еще рассуждать на данную тему. Но давайте сегодня смотреть глазами Иисуса. Давайте смотреть глазами Иисуса на любого человека. Не будем этими фарисеями. Сегодня кто-то, может быть, лежит возле забора. А я ж не таков. Он когда-то фарисей молился. Благодарю тебя за то, что я не таков, как этот. Да? Где-то, может, подчас мы ловим себя на этом. А может, надо: Господи, я благодарю тебя же за то, что ты мне нашел. Тоже я так был бы без тебя таким, а может быть, еще и хуже. Не так ли? Но благодаря тому, что ты нашел, ты сохранил, ты привел, может быть, я, возлюбленный, может быть, я не так, как эта женщина. Она была грешница, но она много возлюбила, написано, поэтому вера ее спасла. Слава Богу нашему! Дал бы Господь сегодня нам, каждому, такую веру. Сегодня Господь хочет спасать каждого грешника. От чего? От наших же грехов. Что мы стали новым творением во Христе Иисусе Господе нашим. Да благословит сегодня тебя и меня Господь. Симон, я имею нечто сказать тебе. Посмотри на эту женщину глазами Иисуса. Давайте хотя бы вкратце помолимся, что Господь нас благословил смотреть глазами Иисуса. Господи, благодарю Тебя, я славлю Тебя за то, что любовь Твоя безгранична, Боже. Ты даже отверженного не отвергаешь, Господи. Эту женщину Ты не прогнал, когда она пришла к Тебе. Она была грешницей, все в этом городе знали, что она грешница. А Ты любишь человека, и Ты любишь прощать и миловать. Аллилуйя! О, Господи, она все излила пред Тобою там. Она не была званная, Господь. Но она туда пошла и не постеснялась. Она пробралась, она пришла, она упала. И в слезах и в раскаянии, Господь, Ты видел ее сердце. Господи, сегодня люди похожи, как этот фарисей. Они другими глазами смотрят на людей. Не дай нам быть этими фарисеями, Господи. Дай нам иметь сердце Иисуса, Боже. Быть этими преображенными, Господь. Нам смотреть на человека Твоими глазами. Аллилуйя. О, Господи, яви Твою милость еще многим. Господи, что те люди, с которыми мы встречаемся, нам не превозноситься над ними, Господи, а где-то сочувствуя помочь им прийти к Тебе. Господи, благослови каждого из нас. Дай нам сердце, Господь, Твое. Дух Твой Святой да соделает это. Я Тебя благодарю. Производи Твою работу, Господи, над нами. Являй Свою милость и заботу, Господи. Влеки еще многих таких грешников, грешниц, Господи, к себе, к ногам Твоим, к Голгофскому кресту, чтобы покаялись, Господь, потому что сегодня жертва Твоя совершенная. Господь, Ты силен простить любой грех, когда человек просит у Тебя с сердцем раскаянным. Боже, Ты делаешь его новым творением. И говоришь: иди, вера твоя спасла тебя. Иди с миром, вера твоя спасла тебя. И вера твоя будет спасать. Слава тебе, Господь. Мы благодарим, утверждай нас в этом. И благослови обильно. Тебе хвала да будет за все.
Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присядем, возлюбленные, сейчас брат Аркадий поделится. Приветствую вас, дорогая церковь. Я так смотрю, что и в церкви бывают парадоксы. Брат Далис говорит, что я первый раз сегодня проповедую, волнуюсь. Ну, здесь в церкви у нас имеется в виду. Я думаю, я не первый раз проповедую, хотя и не часто, но все равно волнуюсь. И кажется, когда размышляешь о Слове Божьем дома, льется, Дух Святой наполняет, ты мог бы часами размышлять, когда выходишь за кафедру, вдруг что-то происходит, и трудно вымолвить слово одно хотя бы, и я только об одном молюсь перед тем, как выйти проповедовать. Я говорю: Господи, Ты нам дал духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. И поэтому я отрекаюсь от всякого духа боязни, но я хочу проповедовать силы в силе Духа Святого, в любви и в целомудрии. Сегодня брат Чеслав говорит, что я не люблю, когда по пунктам говорят, я сегодня буду вам немножко по пунктам говорить. Пусть Господь благословит, но тему я стараться буду держаться. Когда-то Иисус в беседе с Никодимом сказал ему такие слова, что кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. И я для себя размышляю, что здесь надо размышлять не только в перспективе вечности, что там Царствие Божие мы увидим, но и здесь на земле. Если мы не имеем Духа Божия в себе внутри, мы не можем войти в сферу Духа Святого, мы не можем общаться в Духе Святом, мы не можем увидеть Царствие Божие в Духе Святом, потому что Царство Божие, оно духовное. Поэтому сегодня брат Казимир напоминал, что кто крещенный Духом Святым, ревнуйте о крещении Духом Святым, потому что когда крещен Духом Святым человек, имеет Духа Святого, он имеет общение в Царстве Божьем. Когда-то, быв спрошен фарисеями, был задан вопрос такой: каким образом придет Царство Божие? И Иисус ответил, что оно не придет приметным образом, да, и не скажет оно здесь, оно там, но Царство Божие внутри вас есть. И понимаем мы этого или не понимаем, но мы являемся, так если можно выразиться, в нас есть Царство Божие. В нас Царство Божие. И апостол Павел говорит, что «Ибо Царство Божие не пища и питье». То есть, другими словами, не что-то, то, что мы осязаем, может быть, где-то видим, сталкиваемся с чем-то, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Я сегодня хочу говорить на тему о праведности Царства Божия. Наверное, за недостаточностью времени я не буду говорить о мире, о радости, может быть, в конце только так одним словом, но о праведности Царства Божия. И хотел бы размышлять об этом составляющем Царства Божия в трех моментах. Так, если, опять же, образно я для себя, так, чтобы легче было как-то передать мысли, которые Господь мне давал. Я уже давно размышляю над этой темой, я давно молюсь об этом, я хочу возрастать в этом, вот, и хочу передать то, что Бог положил мне на сердце. И знаете, как вот бывает на литовском языке проповедуют, и в Духе Святом, так вот ты смотришь, и на русском у тебя языке тоже похоже, что-то идет. Сегодня Далис, он и на русском, и на литовском все говорил. Я сегодня хочу немножко коснуться тех мыслей, которых он говорил, хотя он о Духе Святом говорил, я буду немножко в другой сфере говорить, но то, что Бог мне положил на сердце. Первый момент, о котором я хочу сегодня напомнить, это записано в Евангелии от Матфея, 5 глава, 17 по 20 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истину говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Я уже немножко на эту тему, чуть-чуть вот именно об этом моменте делился у нас собрание в Новой Вильне, но хочу здесь поделиться тоже. Я долгое время задавался себе вопросом, я никак не мог понять этого места Писания. О чем оно говорит? Написано, что если кто из вас не хотя бы малейшего не исполнит из этого
из этой заповеди. И другого еще так научит, малейшим назовется в Царстве Небесном. И я задавался себе вопрос, мы знаете, как мы всегда, как уже имеем Библию, мы уже многому научены, я всегда задавался вопросом, и я всегда смотрел это как вопрос спасения. И я всегда так размышлял себе, а как же ты вообще войдешь в Царство Небесное, если сам не исполняешь заповеди Божьи, еще и другого так научишь? Вот такой вопрос постоянно меня терзал, я вот читал и пропускал, никак не мог понять этого. Ну и потом я как-то для себя просто понял, что здесь немножко о другом надо размышлять, в другом чуть-чуть направлении думать. Иисус Господь тем самым, вот читая вот эти стихи, которые я прочитал, Он как бы возвысил заповедь Божью. Он показал, насколько свята заповедь Божья. И Он сказал, что «Я пришел не нарушить закон, а исполнить его». И тем самым Он показал, что даже если игнорировать что-то малейшее в этой заповеди, то есть где-то не приложиться к этой, еще и кого-то другого научить так, то ты там малейшим назовешься. То есть это говорит не о спасении, ну, такая как бы мысль, а о том, насколько свят закон, насколько он важен, заповедь Божья. И поэтому он дальше продолжает, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. О чем здесь говорится? Книжники, фарисеи, они всячески старались исполнять закон. Они всячески старались, даже многое наложили сверх того, что надо исполнять, чтобы исполнить эту заповедь Божью. Но Иисус их здесь обвиняет. Он говорит, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев. В чем заключалась эта праведность книжников и фарисеев? В том, что они смотрели на все внешне, поверхностно. Они старались исполнить это поверхностно, выглядеть перед людьми поверхностно, но внутри были полны костей, да, и многое другое. В 23 главе Евангелия от Матфея там написано, как осуждает горе вам, книжники и фарисеи, как Иисус читал. Вот. Но праведность, которая должна превзойти, он дальше продолжает объяснять смысл этой праведности. 21-22 стихи. И дальше, я не буду просто читать как пример. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». Я дальше не буду продолжать, но смысл этого, что оно должно исходить из внутреннего понимания заповеди Божьей. К ней надо подходить духовно, к заповеди Божьей. Это духовная заповедь, и это не поверхность надо исполнять. И поэтому Иисус говорит, что если вы внутренне не понимаете, если вы не исполняете внутри, и вас не живет заповедь Божья, то вы просто не способны, вы не сможете просто войти в Царство Небесное, даже если захотите. Вы туда не войдете, потому что вы не способны этого сделать. Вот, это первый момент, на котором я хотел так коротко остановиться. Второй момент, я на нем немножко больше остановлюсь, праведности Божьей. В четырех местах Писания, по крайней мере, так вот конкретно написано, «Праведный верою жив будет». Да? Пророк Аввакум даже сказал, что праведный своею верою жив будет. Это записано Аввакум, 2 глава, 4 стих, Римлянам, 1 глава, 17 стих, Галатам, 3 глава, 11 стих и послание к Евреям, 10 глава, 38 стихи. Вот эти все слова и много мест Писания можно найти, которые они очень похожи, которые по смыслу они похожи к этим местам Писания. И когда я размышлял, вот что такое праведный верою жив будет, и меня Дух Святой направил к известному месту из Писания, это послание апостола Иакова, брата Господа нашего, к одному очень интересному месту, который я получил просто в нем откровение для себя. И я хочу поделиться, вот, о чем здесь апостол Иаков говорит. Это 2 глава, с 14 по 17 стих я пока что прочитаю. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Если брат твой или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Во-первых, говоря о праведности Божией, нельзя не говорить о вере, потому что праведный верою жив будет. И говоря о праведности Божией, ну,
Просто мы не можем не говорить о вере. И вот когда я читал этот стих Писания, над этим местом из Писания, ну, по крайней мере, я не хочу сказать, что я больше откровения получаю, чем кто-то исследователь Библии, но для меня просто, вот лично для меня вот это было откровение, много веков буксовали над этим местом в понимании, что спасается ли человек через просто веру или через дела, да? И очень часто мы, когда совершаем какие-то дела, мы переносим свой взгляд на вот это место из Писания, мы основываем свою веру на вот этом месте из Писания. Вот наша, как бы мы вот показываем в этом месте из Писания, что вот в этом заключается наша вера. Но я вам хочу сказать, что здесь не об этом написано, по крайней мере, мягко выражаясь, не совсем об этом здесь написано. Я вам скажу, что дела наши – это не вера. Один брат-епископ рассказывал такую историю, получил письмо от одного брата, который уехал в другую страну, он служителем был в церкви, а туда приехал, ему служения никакого не дают. И он жалуется епископу, говорит, вот я приехал в ту страну, говорит, а мне служения никакого не дают, ну тут вообще уже что-то из ряда вон выходящееся. И епископ ему отвечает, брат, тебе надо покаяться. А он отвечает, а в чем мне надо покаяться? Он говорит, что ты свое служение поставил на первое место. Ты стал поклоняться своему служению. Поэтому дела наши – это не вера. Служение наше – это не вера. Служение вытекает из веры нашей. И поэтому апостол Иаков здесь говорит, не, вот мы будем рассуждать о делах веры нашей. И здесь апостол Иаков говорит больше в той степени, что, как это выразится, это сравнение. Он здесь показывает, что вот 17 стих, начало стиха говорит, что так и вера. То есть, другими словами, он только что описал сравнение, он только что дал пример. Апостол Иоанн в 1 главе, 3 глава, то есть 1 глава, 3 стих, 1 послание апостола Иоанна, написано такие стихи. 17-18 стих. Вот это то же самое, о чем Иаков говорил. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». То есть, другими словами, подобно тому, как любовь наша, она не может выражаться без дел каких-то. То есть, как я могу говорить, что я брата своего люблю, если я ничем не забочусь о нем, не переживаю о нем, не помогаю чем-то ему? Апостол Павел в 13 главе 1 послания Коринфянам, он говорит такие слова, что если я имею все познания, если имею все дары, но любви не имею, что мне от этого пользы? И здесь апостол Иаков говорит, что так и вера, точно так же и вера, она, если нету выражений этой веры, то она просто, это не живая вера, она не существует, это мертвая вера. И размышляя над этим отрывком, недавно совсем пастор Анатолий проповедовал на тему оправдания. Я сегодня говорю на тему праведность. Чем отличается, ну, для меня, например, чем отличается оправдание от праведности? Оправдание исходит от Бога по отношению к человеку. Праведность, она должна исходить от человека по отношению к оправданию Божьему во Христе Иисусе, когда мы праведны во Христе Иисусе. И я точно над теми же местами из Писания, которые брат Анатолий размышлял, я в то время размышлял, но немножко с другой стороны. Давайте мы вспомним сегодня о праведности, о нашей праведности через веру. Евреям 11 глава, 4 стих, об Авеле. Вот это вы помните, наверное, это совсем не так давно была проповедь эта. 11 глава послания к евреям написано: «Верую Авель принес Богу в жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он по смерти говорит еще». Верою он получил свидетельство, что он праведен. В послании Иоанна, в той же главе, которую мы только что с вами читали, немножко выше, Иоанн говорит в 12 стихе, «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего, а за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его были праведны». В чем были дела злые Каина?
Не потому, что, если говоря сегодняшним языком, что он был там пьяница, наркоман, грешник последний или тому подобное, не в этом дела его были злые. Хотя и это исходит из внутреннего состояния человека. Но дела его были злые, что он принес Богу жертву без веры. А когда ты приносишь, что-то делаешь без веры, оно несет какие-то последствия. Оно несет что-то после того. И вот та же Бытие, которая описывает все это состояние, я сегодня хочу перевести просто в наше время немножко, в наше положение эти наставления Библии. 4 глава книги Бытие написано: «А на Каина, 5 стих, и на дар его не презрел, Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое?» Когда у Иисуса спросили, в чем же, какие дела мы должны делать, когда Иисус ответил: вот дело Божие, чтобы мы веровали в того, кого Он послал. Вот это дело Божье. Мы сегодня говорим с вами о делах веры. Вот здесь разговор, беседа Бога с Каином. И Бог, Он показывает, разве Бог не знал, что лежит в сердце Каина? Разве Бог не знал, что Каин приносит без веры жертву ему? Нет. Но Он просто показал Каину вот мотивы вот этого, вот этой принесения жертвы. И Он говорит: Каин, я, можно сказать другими словами, я знаю, с каким мотивом ты это принес. Если ты искренен предо мной, то почему ты головы не поднимаешь? Если ты с лукавством принес это, то грех лежит у порога двери твоей. И властвуй над ним, господствуй над ним. Вот этими словами для себя я понимаю, вот Бог нам сегодня очень часто... Он нам через какие-то определенные действия, через какие-то определенные, через определенных людей, через определенных событиях, Он часто нам показывает мотивы, почему мы что-то делаем. О наших делах веры, почему мы это что-то делаем. И, наверное, вы неоднократно слышали, когда можно было сказать: хоть бы поблагодарил меня за это, да? Или же, например, что мне больше всех надо? Вот можно так встречаться, кто-то что-то делает, а потом смотрит, никакой поддержки нету, и говорит: что мне больше всех надо это делать, что ли? И оставляет, может быть. Кто-то не принял твоих дел, того, что ты совершил, и у тебя поникает лицо. И Бог тебе через это, Он тебе показывает вообще состояние твоего сердца. Он показывает тебе через это мотивы, с каким мотивом ты что-то делаешь на этой земле. Вы знаете, как... Здесь написано, что дела его были злы Каина, потому что он был человекоубийцей от начала. Каким образом человек становится человекоубийцей? Если сегодняшним нашим языком сказать, это когда ты видишь, кто-то проповедует лучше тебя, кто-то поет лучше тебя, и в сердце у тебя там происходит нечто. Ты начинаешь завидовать человеку, ты начинаешь где-то осуждать человека. Когда у него что-то не получилось, ты внутри чувствуешь, что у тебя что-то так вот ёкнуло, что ты порадовался об этом, что у него что-то не получилось, да? Вот таким образом рождается человекоубийца. Ты, может быть, физически не убиваешь человека, но внутренне, во взаимоотношениях своих, ты становишься человекоубийцей. Вот Каин был именно таким. Бог показал ему состояние его сердца. Сегодня Бог нам показывает, с какими мотивами мы что-то делаем. И если ты делаешь это искренне, если ты это делаешь с верой в Бога, то подними голову, даже если тебя не похвалили, даже если тебе что-то не оказали, почести какой-то. Знаете, бывает, Бог испытывает мотивы наши, когда кто-то нас и хвалит, да? Когда кто-то говорит: вот молодец, ты хорошо все это делал, ты молодец, ты проповедовал, молодец, ты хорошо пела, или еще что-то. И вы знаете, я честно вам скажу, исповедуюсь перед вами, что я неоднократно боролся с собой, когда там, может быть, ты чувствуешь, что Бог тебе положил слово на сердце, ты его произнес, это слово, потом подходит, благодарят, и внутри такое вот плоть твоя возникает: ух, хорошо, что похвалили.
Вы знаете, я лучше это исповедую сейчас при всех, чем я потом, когда придет Господь, откроет скрытое во мраке. Да? Я это открывал пред Господом. Я говорил: Господь, прости меня, я не хочу это принимать. Господь, я хочу прославить только имя Твое Святое. И я понимал, что грех лежит у ворот, но Ты господствуй над ним. Как важно вовремя бодрствовать над теми мотивами, которыми Ты что-то делаешь. Как важно, чтобы мотивы Твои правильные были. Что нужно, что необходимо для того, чтобы мотивы Твои были правильны пред Господом? Мотивы твои должны исходить из взаимоотношений с Богом. Служение должно исходить из взаимоотношений с Богом, но не наоборот. Не наоборот, сначала служение, сначала мотивы, а потом взаимоотношения. Когда на первом месте у нас что-то, касающееся служения, и, а потом уже взаимоотношения с Богом, вот тогда неправильные мотивы могут приходить. И поэтому мы говорим сегодня о делах веры. Я, может быть, хочу подвести над этим пунктом итог, в чем же состоят дела веры, о чем Иаков здесь говорил, что вот в чем дела веры. Он переносит наш взгляд на дальнейшие стихи, первое, то есть послание Иакова, 2 глава, 21-23 стихи. Я прочитаю. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». В послании к евреям, 11 глава, очень похожее место из Писания, 17-19 стихи мы прочитаем, написано: «Верую Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя». Дело веры совершилось в том, что не потому, что он физически напрягся и возложил Исаака на жертвенник. Не в этом дело его веры было. А дело веры его было в том, что он доверился Богу, о чем сегодня и брат Далюс говорил. Он доверился Божьим обетованиям. Он верен, что Бог силен воскресить его сына, тот, который был обетован. И именно вот эта вера его, вот эта вера в то обетование Божье, вот это есть дело веры. Когда мы Богу доверяем, мы доверяем Ему свою жизнь. Я еще раз повторюсь, мы иногда, ссылаясь на вот это место Иакова, где забота о брате говорится, мы подчеркиваем, что вот в этом вера наша состоит. Поверьте, что вера наша состоит, это внутреннее взаимоотношение с Господом, это внутреннее доверие нашему Господу. Сегодня дела добрые, я не говорю что-то о добрых делах, что я против дел, я сам молюсь каждое утро, и я говорю: Господи, употреби меня в сегодняшнем дне, помоги мне послужить Тебе в этом дне. Написано, что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Да? Я не говорю что-то против добрых дел, но я говорю, что вера наша, она основана на внутреннем. Мы, дела, которые происходят, это лишь следствие нашей веры. Это внутреннее состояние нашего сердца. И Авраам, он доверился Богу. Он доверился его обетованиям. И он верою возложил Исаака на жертвенник. Он напрягся, и это не было, вот не это называлось делом веры. И третий момент, о котором я хотел говорить, мы с вами говорим, что праведный верою своей жив будет, да, своею верою жив будет. Что значит жив? Это не просто дышать. Дышать, вот я сегодня верующий человек, я сегодня имею возможность дышать воздухом, я могу наслаждаться природой и тому подобное. Жить будет – это в доверии с Богом. Это доверие с Богом. Вот наше дело веры. Вот наша праведность, которой мы живем, верою, которой мы живем в нашей праведности. Вот это есть праведность Божья. И третий момент – то, что мы с вами, о чем мы рассуждаем с вами, оно все нас приводит ко Христу. В Евангелии от Матфея Иисус говорит, я еще раз прочитаю то, о чем я сегодня начинал читать. Евангелие от Матфея, Нагорная проповедь, 5 глава, с 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Вы знаете, в Иисусе Христе исполнился закон. В нем исполнился закон, он пришел исполнить, в нем исполнился закон, он есть конец закона. В нем мы имеем все обетования. И в послании Галатам апостол Павел говорит: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. В нем мы имеем праведность Божью».
Именно о нем говорится, подобно тому, как Авраам, он верою доверился Господу, он веря в обетование Божье, он принес Исаака в жертву. Точно подобным образом Иисус Христос, он доверил свою судьбу, хотя он сам сказал, что я имею власть принять жизнь, имею власть отдать ее. Но он доверился своему отцу. Там, в Гефсимании, он молился, там было совершено дело веры его. Когда он молился за тебя и за меня, он молился в том Гефсиманском саду, там было совершено дело его веры и победа его в этой Гефсимании. И о нем написано, что Бог сына своего не пощадил, чтобы простить нам грехи наши. Вы знаете, я вчера немножко на молодежном об этом делился. Я просто хочу в этот момент немножко тоже поделиться. Я для себя размышлял, написано, что Бог сына своего не пощадил. Что значит «не пощадил» сына своего? Сразу выглядит так, как будто сын просил у него: «Господи, отец мой, не посылай меня, я не хочу страдать за грехи человека и тому подобное, не посылай меня», а Бог его взял, не пощадил и все равно послал. Такое впечатление создается, Бог сына своего не пощадил. Но вы знаете, совсем о другом говорится. О Христе написано, что жертвы и приношения ты не восхотел, но уготовил мне тело. Вот иду исполнить волю твою, о Боже. О Боге говорится, о Боге мы видим, что Он, смотря на Сына Своего, Он как бы поставил на чашу весов Сына Своего, на вторую чашу весов грешного человека. Слишком высока цена. Слишком высока цена отдавать Сына Своего за грешников. И Писание в послании, то есть в книге пророка Захарии написано, сегодня я чуть-чуть далее эту мысль говорил, написано: «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня». С сарказмом таким Дух Святой говорит: вот оценили Сына Божия в 30 серебряников. Вот так сегодня очень многие оценивают Сына Божия, Его ту жертву, которую Он совершил на Голгофе, ту кровь, которая была пролита за грешника, вот так сегодня оценивают 30 серебряников. И Господь говорит: слишком высокая цена. То есть это просто смешно принимать такую цену. Брось ее в церковное хранилище. Цена Сына, она намного выше была. И Он не пощадил Сына Своего, но отдал за каждого из нас, чтобы мы в Нем, как написано, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. В Нем мы, в Иисусе Христе, мы становимся праведными пред Богами. Вот это дело веры, вот это праведный верой жив будет, вот это составляющая Царства Божие. Вот в этом есть составляющая Царства Божие. И дальше написано, о Царстве Божьем написано, что «и так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Да? Мир с Богом мы имеем через нашу веру. Опять же говорится о вере. Праведность наша стоит на вере. Оправдание мы получаем от Бога, но на вере. Мы имеем мир с Богом и радость во Святом Духе. Это не от приобретения какого-то, что я там что-то купил, что-то приобрел, что-то мне дали, кто-то меня похвалил, и радость пришла. Радость приходит от Духа Святого в тех обстоятельствах, когда никогда бы этому не поверил. Апостолы проповедовали о Христе, их забрали, 40 ударов палками, 39, 40 без одного, 39 ударов палками. Я просто не могу себе представить, если бы мне по спине, по моим костям дали бы 40 ударов палкой. Это мы читаем очень просто. Попробуй получить эти 40 ударов по костям, да, по ребрам, по всему этому. А они идут и радуются. И говорят: слава Богу, пострадали за Христа. Вот это радость Духа Святого, да? Вот это радость, когда Дух Святой тебя наполняет в разных обстоятельствах. Сегодня Бог нас сталкивает с разными обстоятельствами, но когда в нашем сердце есть праведность Божия, которую мы имеем во Христе Иисусе, наше доверие Иисусу Христу, наше посвящение Иисусу Христу, когда мы имеем, тогда мы имеем мир с Богом, тогда мы имеем мир с самим собой. Мы ищем мира с близкими, с ближними, со своими. Написано: ищите мира со всеми, да? Ищите мира и святости, без которой никто не увидит Господа. Вот тогда мы ищем мира со всеми, тогда мы имеем радость Духа Святого. Вот это есть составляющая Царства Небесного, Царства Божие, а Царство Божие внутри нас есть. И без этих составляющих нам надо задуматься для себя: Господи,
как я в этом положении? Как во мне Царство Божие Твое совершается? Я хочу заканчивать то, что Господь мне положил на сердце. Я постарался так как бы изложить то, что Господь мне положил, более-менее понятно. Бывает, сам понимаешь, что хочешь сказать, но бывает, выразить не можешь того, чего хочешь сказать. Вот я молился о том, чтобы сказать именно, чтобы это мы услышали, что праведный верою жив будет. Мы в вере нашей живем, мы верою нашей движемся. Я хочу сегодня обратиться к тем, может быть, кто сегодня, может, первые разы приходит. И, может быть, сегодня Дух Святой, твоя внутренность подсказывает тебе, что на мне что-то надо менять. И я понимаю, что кровь была пролита из-за моих грехи. Я хочу сказать, что мы будем сейчас молиться. И я хочу предложить, если кто-то хочет его сегодня на этом месте примириться с Богом, отдать Ему свое сердце, вы можете выйти сюда, мы преклоним наши колени, мы будем молиться, мы будем благодарить Господа, что Его праведностью мы сегодня живы, через Его дары мы сегодня имеем мир с Ним, через Его оправдание мы имеем мир с Богом. Я хочу обратиться также к нам, верующим. Если вот мы сегодня рассуждали, что Авраам, он доверился Богу во всем, точно так же Писание сегодня обращается к нам, и он хочет, чтобы мы во всяком деле, во всяком случае, месте мы доверяли Господу нашему. И если у нас нет веры, если мы чувствуем, что у меня не хватает веры, я никак не могу победить, я не могу довериться Богу, я не могу прийти к Господу в вере моей, мы также можем выйти сюда на это место, чтобы помолиться, чтобы предстать пред Господом, чтобы Господь нас укрепил. Мы очень в нем нуждаемся. Я хочу пригласить нас к молитве. Давайте мы преклоним наши колени. Мы будем благодарить нашего Господа. Мы будем прославлять. Кто имеет вот это внутри побуждение себя? Кто хочет примириться с Господом, кто хочет укрепиться в вере, мы можем выйти на это место, чтобы молиться, чтобы прославлять имя Божье. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, от славы, аллилуйя. Аллилуйя, Господь, я благодарю Тебя, Отец Небесный, Господи. Аллилуйя, Господь, слава Тебе, Господь. Сольного Джирагара, Санта, аллилуйя. Сольного Сада Джираманагара, Санта, аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, милостивый, милосердный. Я благодарю Тебя, Господи, я благодарю Тебя, Отец Небесный. Я благодарю Тебя, Господь, всемогущий Бог мой. Святый, 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 Осанна. Холя маджера малагера сата. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, Отец Небесный. Я благодарю Тебя, чудное сада, Господь. Благодарю Тебя за Сына Твоего, за кровь святую, Господь. Я благодарю Тебя, Отец Небесный. О, слава Тебе и хвала. Аллилуйя, слава Тебе и хвала, Осанна. Господи, благодарю Тебя, Господь, чудный, праведный Господь, милосердный, слава Тебе. Аллилуйя, слава Тебе, хвала Санна, Оля Маджада, Гара, Салява, Регера, Санна. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, благодарю Тебя, Господь. О Боже, укрепи нас в вере, Господь, укрепи нас, Господь Боже. Мы нуждаемся в Тебе, Господь, мы нуждаемся, Господь, в водительстве, Господь, в доверии, мы хотим доверяться Тебе, Господь, аллилуйя, нашу жизнь, Господь, Господи, все, что происходит в нашей жизни, Господь, аллилуйя, аллилуйя, Господь, слава Тебе, Боже, я благодарю Тебя, Господь, мой. Боже мой, я благодарю Тебя, Отец Небесный, я прославляю имя Твое святое, слава Тебе, аллилуйя, слава Тебе, Господь милостивый, слава Тебе, чудный и великий, слава Тебе, прославленный, милосердный, Санна, Холя Маджеда Гара, Саля Мэра Санта, аллилуйя, о, слава Тебе, Господь великий, о, слава Тебе, Владыка неба и земли, Отец Небесный, я благодарю Тебя, Господь мой. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты, Господь, сегодня открываешь благодать Твою к нам, Господь. Я благодарю Тебя за милость Твою, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за Твою любовь к нам. Я благодарю Тебя за Сына Твоего, за святую кровь, Господь, которая была пролита на кресте. Я благодарю Тебя, Господь мой, и я прошу Тебя, благослови, Боже, благослови народ Твой, Господь, Боже мой, Господи, Боже мой, мы хотим ходить верою, Господь, мы хотим быть праведными перед Тобою, мы хотим в праведности Твоей ходить, Господь, и я прошу Тебя, благослови нас, Господь, аллилуйя, Господь, слава Тебе, Господь, Боже, и сегодня мы понимаем, Боже, подобно как Авраам, Господь, не в физическом каком-то напряжении было совершено дело веры, но в доверии Тебе, так и сегодня, не в служении,
людей, Господь, не в каких-то действиях наша вера, Господь, но в, Господь, полном доверии Тебе, полном посвящении Тебе, Господь, аллилуйя. О, слава Тебе и хвала, Санна. Господи, благослови, благослови, Господь, церковь Твою, благослови народ Твой, Господь, Асанна, аллилуйя. О, слава Тебе, чудный, о, слава Тебе, милостивый, милосердный, слава Тебе, Господь, благослови церковь, Господь, помоги нам укрепляться, Господь Боже, в Твоей праведности, помоги нам иметь мир внутри себя, Господь, мир Твой, Господь, который Ты даешь, Господь, не мир сей дает, но Ты даешь, Господь, аллилуйя, я благодарю Тебя и славлю, Христос, о, мир, мир народу, Господь Боже, народу Божьему мир, Господь, аллилуйя, радость Святого Духа, Сана Божия, аллилуйя, Господи, наполняй нас радостью, Господь, наполняй нас, Господь Боже, Твоею радостью, Господь, о, слава Тебе, чудный, аллилуйя, о, слава Тебе, милостивый, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Господь. Боже, благодарю Тебя, Отец Небесный, Ты наш Царь и Бог, Господь, Тебе принадлежит вся слава и хвала, Тебе принадлежит величие, Господь, Тебе принадлежит, Господь, вся честь и слава, Боже, благодарим Тебя, Господь, мы поклоняемся Тебе, Господь мой, я благодарю Тебя, Отец Милосердный, слава Тебе, чудный, Осанна, Боже, Боже, я прошу Тебя, если кто-то здесь на этом месте, Господь, Боже, может быть, впервые пришел к Тебе, Господь, я прошу Тебя, даруй ему мир, Господь, очисти, Господь, Боже, Боже, Господи, даруй прощение, как Ты грешнице даровал прощение через веру ее, Господь. Даруй каждому, Боже, иметь веру в Тебя. Господь, благодарю Тебя. Отец милостивый, слава Тебе и хвала, Санна. Господи, благодарю Тебя, мой Господь. Аллилуйя, аллилуйя, Господь. Слава Тебе, чудный, благодарю Тебя, Господь мой, Боже. Господи, Ты, Господь, силен прощать, Ты силен, Господь, являть милость, Господь. Ты силен, Господь Боже, наполнять нас Духом Святым, Господь. Я молю Тебя, наполни церковь Твою Духом Святым. Я молю Тебя, наполни благодатью Твою церковь, Господь. Благослови, Отец Небесный. Слава Тебе и хвала, Санна. Холя Масана, Джирале Мера, Сирба Такар, аллилуйя, слава Тебе, Господь. Благослови, наполни церковь, Господь. Благослови, Господь, церковь, аллилуйя. Слава Тебе, Боже мой. Я благодарю Тебя и славлю, Христос. Благословенно имя Твое. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Благослови, Боже, Твой святой народ, Господь. Да славится имя Твое, Господи, да будет прославлено имя Твое. Благодарю Тебя, Господь. Аллилуйя. Господи, благодарим Тебя. Отец Небесный, слава Тебе и хвала. Господи, даруй веру народу, Господь. Мы нуждаемся в вере, Господь. Мы хотим возрастать в вере, Господь. Благодарю Тебя, Отче. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе, Господи. Да прославится имя Твое святое, Господь всемогущий, святой наш Бог, аллилуйя. Все мы приносим к Твоим ногам, Господь, Боже, только Ты достоин поклонения, только Ты достоин величия, Господь, Боже, да прославится имя Твое. Мы нуждаемся в Тебе, Господь мой, я прошу Тебя, Господи, я прошу Тебя, может быть, за тех, кто впервые здесь, Господь, или, может быть, первые разы сюда приходят. Я прошу Тебя, веди Духом Святым. Я прошу Тебя, наполняй Духом Святым, Господь. Боже, Господи, приведи, Господь, приведи к обителям Твоим, Господь. Даруй нам восхищать обетования Твои, Господь. Даруй нам жить Твоими обетованиями, Господь. Господи, Господи, слава Тебе, Отец, Ава, Отче, Сана. Благодарю Тебя, Господь. Господи, благодарю Тебя, Иисус, Господь, за, Господи, Твою милость к нам. Да прославится имя Твое. Хвала Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец и Дух Святой. Аминь. Теве мусу. Курисы сидангуя. Те се швянтас таво вардас. Те тене таво королисте. Те буне таво валя. Кейп дангуя те пержаме. Казденнис мусу донас. Док мум шендена. Ир отляйск мум с мусу кальтас. Кей пермяс отляйджеме саво кальтининкамс, ир не ляйск мусу гундити, бят гяльбик мус но пикто, не ставуй ра королисте, ир галиве, ир шлове, пер амжус, амен. Слава Господу, еще объявление будет. Присядем, дорогие, немножко объявления будут. Хочу только сказать, знаете, что нам не уподобится уже, знаете, тоже какому-то, есть разные обычаи. Мы можем войти в такой обычай, что, о, а я-то думал, когда я выйду, выйдет он, возложит руки на меня и помолится, и тогда, и тогда, и так далее. Господь с нами. Правда же? Подошел кто-то к тебе или не подошел, а Господь подошел.
А Господь подошел, правда же? Он знает твое мое сердце. Поэтому да благословит Господь. Такая информация немножко будет. Вначале я хочу сказать, так передали слово такое было. Когда народ благодарит, Господь возвеличивается. То есть Господь, когда значит, народ благодарит, Господь возвеличивается, а народ ну, как бы умоляется и приходит ответ от Господа. Я такого не потерял. Кто потерял? Не знаю, ну, может быть, это неправильно, но есть. Потом братья скажут, здесь правильно, можете подойти вперед, кто потерял. Значит, после служения будет у нас вечеря Господня. Примерно 20 минут будет перерыв, да? Чуть-чуть. 20 перерыв, и будет вечеря. Кто не участвовал, пожалуйста, будем ревновать об этом, что нам участвовать, что иметь нам в жизнь в себе. Дальше, следующее воскресенье будет сбор на строительство дома молитвы в Ленфорисе. Поэтому будем молиться, взывать Господу. Господь наполняет наши кошельки и наши сердца. Дальше, значит, молодежи это в основном, потому что 27-го эта поездка предстоит, или 26-го там, 27-го поездка в Линглицу на молодежную конференцию, поэтому ну, нужно нанимать целый автобус, и молодежь возревнуем о поездке в Лигницу на молодежную конференцию. Всегда очень благословенные конференции бывают. Подходите к брату Аркадию. Далее, 14-го, это будет в эту пятницу, в 18:00. Вот, есть тут сестры распространяли такие вот, дорогая мама, и те, которые хотят быть мамами. Я уже добавляю от себя, да? Можно? Я думаю, можно. Вот, пожалуйста, в 18:00 будет молитва. Здесь в доме молитвы, молитва сестер, служение такое. Вот. «Изливай, как воду, сердце твое пред лицем Господа, простирай к нему руки твои о душе детей твоих». Плач Иеремии 2.19. Поняли, да? Дальше еще сестра Михалина тоже, она возревновала и приглашает в субботу в 11:15, значит, да? Молитва, да? Это молитва кого будет? Знаю, то старших сестер будет. Вот, слава Богу. Далее, значит, я попросил бы, знаете что, можно отключить трансляцию? Можно? Я еще пару хочу сказать таких объявлений. Ну, это объявление для нас, а трансляцию отключить, и потом хочу совершить одну молитву. Постарайтесь. Значит, дальше, на той неделе вечность отошла.